Команду огня выбирали сегодня в Курумыче. Добровольные дружины со всей области зажигали, тушили, спасали, но на этот раз по сценарию соревнований. Мария Акимова изучила тонкости опасной службы. Быстро, четко, как на службе, только сегодня они работают строго по сценарию и за оценку жюри. Пожар условный, но точность попадания до миллиметра. Один из этапов состязаний – развертывание от мотопомпы. Здесь важна скорость и меткость. Огнеборцы за считанные секунды надевают спецодежду и целятся в мишень. Мастерство показывают на уровне профессионалов. Состязания в регионе проводятся в пятый раз. В этом году свои умения продемонстрировали огнеборцы из 30 муниципалитетов. Всего больше 75 человек. Добровольная пожарная команда из Новокуйбышевска. Эти парни рисковать привыкли. Они приходят на помощь не только в своем городе. Принимали участие в ликвидации последствий взрывов на Горном Подчапаевском, доставляли гуманитарный груз в Донецк и Луганск. В ближайшее время мы также планируем доставить еще один гуманитарный конвой туда. А сейчас мы тренируемся и участвуем в соревновании. Дело это нужное, правое. Мы приходим на помощь каждому человеку, кто оказался в беде. Мы идем как дополнение, как помощь уже к имеющимся службам, городским, муниципальным, службам МЧС. Только за последние 5 лет в регионе зарегистрировано порядка 200 добровольческих пожарных команд. Их силами ликвидируется 22% от общего числа пожаров на территории области. Правительство поддерживает, потому что это добровольческое движение. И это движение зародилось снизу, а не спущены сверху. Поэтому мы поддерживаем всячески, в том числе оказываем небольшую финансовую поддержку. После состязаний всех участников ждала полевая кухня. Победителей наградили кубками, грамотами и ценными призами. Лучшими стали огнеборцы из Кинель-Черкасского и Большечерниговского районов. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.